Видите, куда он едет? Он же... Молодец. И ты молодец. Даже молодец. Вот, может, конечно, здесь пройти, вот буква М. Но я пройду вот как будто в этом цене. Я вообще не понял, может, они стоят здесь. Просто стоят. Не знаю. Не понимаю, что они тут делают. А, у нас здесь, как всегда, он думал, что пройдет. Ну там, в общем, дело. Где-то даже застрял. Один сломался, и все бедолаги спали. И никуда. Где-то даже есть знак такой. Но это не в Москве, по-моему, где регулярно застревают. Там написано прям: газель не пройдет. Это здесь надо нечто подобное. А главное, что все стоящие там сзади, они же не знают этого. Они думают, что просто стоим и все. Всем надо заснять сразу. Дурной пример заразительный. Я ж просто шел мимо. Уже 2 часа. Ну... Значит, 10 минут шел поезд, я запомнил. А сейчас 21, значит 11 минут. Ну это хорошо, я думал больше. Ну ладно, что, пойду. Сейчас проедет эта вереница машин. И пойду, потому что что ждать-то? Это надолго тут. Пока его будут освобождать. А вот тут, в другую сторону МЦДшный. Ну ладно, пойду.